Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play, мы с вами продолжаем выживать на хардкорном сервере Ark Survival Evolved Выжженные Земли. Соответственно, у меня уже идет третий игровой день, правда, зараза, не смог я с утра начать, сейчас уже практически час дня. Мне, в принципе, довольно-таки жарко, то есть еще чуть-чуть поднимется, если температура, сейчас мне получается 35 градусов по Цельсию, сопротивление жаре 84 полностью дает наш костюм. Если еще поднимется температура, то у меня начнут уже падать жизни. Это не очень хорошо. И в этом выпуске я хотел бы прокачаться как минимум до 15 уровня. Не тратить ни на что очки инграмм, у нас сейчас 9 есть. Потому что на 15 уровне мы с вами сможем делать хлыст. И мы с вами сможем делать саманную постройку. Соответственно, нам на это все понадобятся очки инграмм. Будем качаться на всем, чем только можно. Ну, основная, конечно, это будет у нас, наверное, убийство динозавров. Потому что я не вижу другого варианта. Вот у нас тут Мрилотоп с 20-го бегает. Сейчас посмотрим, он один? Да, он здесь один. На меня не напал, побежал в стену. Замечательно, сейчас мы его там и забьем. Конечно, лучше всего бить не травоядных, лучше всего бить хищников. Замечательно, все, мы его загнали в угол. Но где сейчас найти хищников, я, честно говоря, не знаю. В горы пойти? Есть вариант сходить в горы. Наверное, я так и сделаю. У меня уже, если не ошибаюсь, сейчас какой? 11 уровень. Да, мы с вами прокачались до 11 уровня. Sun X Devil пишет хай. Черт. Господи. Но вообще, в Выжженных Землях я заметил, что публика не шибко агрессивная, что меня на самом деле радует. Это действительно так, вот сколько я играл на том серваке с американцами. У нас на сервере вообще агрессивных никого не было, у нас не было никакой войны. Они говорили, что они с кем-то там повоевали один раз, с какими-то шведами или с кем-то. Но там какие-то чересчур агрессивные были ребята, пытались все захватить, отжать, закрыть пещеры, и из-за этого они их вынесли. Ну и потом следующая заруба была это исключительно, ну вы помните, если вы смотрели. Это у нас там постоянные проблемы были с китайцами. Но китайцев мало, китайцы были неразвитые. Точнее как, они, конечно, перенесли развитых персонажей на тот сервак, но мы им не давали ничего сделать, ничего построить, полностью вырезали. Просто из-за того, что если бы они себя нормально как-то вели, но они... Вот они реально такие PvP-направленные игроки. Они вместо того, чтобы начать строиться, они идут рейдить чужие базы, вскрывать чужие базы, воровать все из шкафов, пытаться там использовать их верстаки, их плавилки, да, в чужих базах, стараются найти заброшенные базы, в них тусовать, а не строить что-то самому. То есть реально такая PvP-направленность у них очень четко прослеживалась. Поэтому такие игроки на сервере были очень опасны, и их там эти наши американцы очень быстро вырезали. Мы уже с вами умеем делать наркотики, у меня, в принципе, есть довольно-таки много протухшего мяса, но вот наркоберри — это проблема. Вот сейчас смотрите, вот с этих вот красных кустов, в принципе, довольно-таки неплохо собирается. Было бы X2, было бы гораздо лучше, потому что сейчас вот так вот собирать я потрачу очень много времени. Я просто решил немножко подсобрать ягод, чтобы у меня было с собой про запас, совсем чуть-чуть. Ну и заодно получилось, что мы собрали с вами немножко наркоты. И есть предложение сходить туда, в горы. Я только что видел, как туда в горы юркнул этот паренек со щитом. О, еще одна самочка Мрилотопса. Привет. Давай, застревай там. Как так? Куда? Ну куда же ты, а? Во-во-во-во-во. Хорошо повернуло, давай в скалу. В скалу. Стой. Надо догнать. Нужно завернуть ее в скалу. Отлично. У нас обезвожено, но ничего страшного, мы попьем. Мы попьем водички, все будет хорошо. Главное загнать ее куда-нибудь в скалу, чтобы она уперлась. 70 уровень, мы сейчас уровень с нее получим, по-любому. Я уверен, мы сейчас с нее уровень получим. И нам останется прокачать всего 3 уровня. Вообще, хорошо было бы найти аргентависов и поубивать аргентависов. Есть, мы с вами получили уровень. В ней, как всегда, нету воды. Мне не везет. Блин, топор сломался. Починить не могу. Почему я не могу починить топор? Дерево есть. Камни есть. Че? А, соломы не хватает на починку топора. Ты посмотри, а. Давай солому соберем. Так, 17 кожи. Хорошо, мне нужно... Вода, вон мой домик. Соответственно, там за моим домом мы найдем воду. Точнее, колодец. Несколько ягодок съедим, ляжем, полежим немножко. Давайте вкачаем выносливость. Потому что выносливости мало и постоянно не хватает. Выносливость нужно хотя бы 150, чтобы можно было там убежать, чтобы можно было хоть что-то нормально делать. Потому что выносливости все время не хватает. Есть, отлично.
И тут нужно быть аккуратным, потому что вот каждый игровой день, да и вообще каждый вот реальный день, когда заходишь сюда в игру, он что-то меняет в игре постоянно, потому что, не знаю, хищники прибегают, хищники появляются, они исчезают из-за камней, там, деспаунятся оттуда, да, появляются здесь, на открытом пространстве. Все время что-то меняется, и вроде вот вчера все было хорошо, и хищников не было, а сегодня приходишь, уже три раптора бегает. Поэтому нужно быть очень внимательным и постоянно смотреть по сторонам. Тем более здесь еще очень много кис должно быть, по идее. И... Но скорпионы мне не страшны, я бы на самом деле даже поохотился бы на скорпионов и поубивал, потому что это вот как раз, мне кажется, единственные сейчас хищники, которые со мной вообще ничего сделать не могут, по большому счету, они очень медленные, и мы с них только будем как раз опыт получать. Они нам никакой опасности не представляют. Делаем еще три копья, и началась жара. Мне стало жарко, это нехорошо. Почему мне стало жарко? Смотри, смотри, как вода падает. Это потому что, во-первых, жарко, во-вторых, мы пробежались и поработали. И вода из-за этого очень резко падает, прям вообще капелька опустошается. Какая температура? 43 градуса по Цельсию, время 2 часа дня. Ладно, мы попили, вроде вода сейчас не так резко падает. Но как только мы начнем какую-то активную деятельность, вода снова начнет резко падать. Если мы побежим, если мы начнем воевать... И вообще здесь в горах почему-то как-то жарковато немножко, да? Давайте сюда сходим. Здесь, по идее, должна быть сера. Давайте посмотрим, во-первых, очень важную вещь. На каком уровне у нас открываются... Вот это закрываем. На каком уровне у нас открываются огненные стрелы? На 25-м, что ли, получается, огненные стрелы открываются? Я просто сейчас не понимаю. Но пока что их точно нету. Ладно, немножко сюда, ненадолго зайдем. Одну-две кисы нужно найти. Ну и тем более где-то в 4 часа. Вечера у нас начнет становиться прохладнее, здесь 44 градуса. Видите, вот впереди там аж прям жар такой идет. Видно, что впереди аж прям жар идет. Это вот именно здесь так жарко, мне кажется. Мы продвинулись еще вперед, здесь у нас уже нет по-прежнему 44 градуса, это хорошо. Это хорошо, что хотя бы не повышается. Здесь у нас есть металл. Это замечательно. И впереди я уже вижу... Кису и Карна. Все, я все понял, пошли отсюда. Я все понял, повоевали с хищниками. Здесь мы хищников бить не будем. Нет, здесь мы хищников с вами бить не будем. Пойдемте отсюда спокойненько. Сваливаем. А вот здесь рядом с нашим домом не так жарко, кстати. Здесь реально не так жарко. То есть как только мы продвигаемся в том направлении, сразу поднимается температура. Вот здесь с гор, я помню, частенько кисы спускались. Вот они где-то там вверху спаунились на том серваке. Я не знаю, что на этом серваке будет происходить. Блин, здесь постоянно жарко. У меня постоянно из-за этого проблема. У меня постоянно заканчивается влага в организме. Давай, отдыхай. Помимо этого, у меня еще и начинается сейчас тепловой удар. Давайте попытаемся подняться в горы и посмотреть, что мы здесь можем с вами найти. По идее, я думаю, что... Да, я здесь уже нашел Карна. Раз, два Карна, да? Ладно, все, оставим их в покое. И это мы сейчас с вами никак не осилим. Это нам с вами нужны огненные стрелы. Как только у нас будут огненные стрелы, так мы вообще будем раскачиваться с неимоверной скоростью. Особенно во время X2. То есть мы здесь уровни наберем очень быстро, в отличие от простого арка. Там немножко в этом плане, конечно, посложнее. Ничего не вижу интересного. Посмотрите, как будто бы все вымерли, а? Вообще, как будто бы все вымерли. Как так-то? О, и пошел дождь. Я тут решил подрубить немножко дерево, потому что мне осталось до уровня всего 30 очков опыта. Честно говоря, застрял на 12 уровне. Как-то жестко все, ребят, жестко-жестко. То есть по одному либо не ходят, либо очень высокого уровня. Болос просто не выдержит столько времени, он выскочит из него, и тут уже начнется какая-нибудь вакханалия, я так думаю. Что если упустить тот момент, вот, ну... 130-го волка, не, нельзя его убить. Вот так вот просто обычными копьями. Конечно, можно, я знаю, что можно, но это крайне опасно, и на хардкоре этого делать не нужно. Есть другие способы, гораздо более простые. Как раскачиваться можно просто хотя бы делать эти вот гребаные фундаменты, их уже устанавливать, дальше опять ломать, получать половину ресурсов обратно, еще немножко ресурсов собирать и продолжать строиться. То есть осталось поставить, например, два таких фундамента, и у меня будет 13 уровень, да? А дальше видно будет.
Рушим. Пошли до паразавра. Вот, блин, дождь — это хорошо. Под дождем можно бегать. Вот здесь вот реально, знаете, здесь под дождем можно бегать, как в детстве, да. Здесь это классно. Что-то я, мальца, заблудился, да? Где мой дом-то? Итак, я тут всю ночь рубил дерево, и под утро ко мне прибежал сюда раптор. В попытке меня убить, а у меня как раз перегруз. Вот ведь, зараза, они прям как чувствуют момент, когда нужно напасть. Они прямо как чувствуют этот момент. Сволочи, а? Ну ничего, ничего, отлично, зато мы сейчас уровень получим. Зато мы сейчас получим уровень. Да, отлично, это у меня сейчас получается 14 уровень. Давайте вкачаем еще жизней. Вот ведь тварь, а. Еще остался один уровень набрать. Также я ночью убил 20 уровня кису. Так, это мы все ставим. Разрушаем. Есть, и можем сразу сделать еще один. Вроде больше никого не вижу рядом. Да, вот так вот. Он здесь просто только что появился. Сейчас никого здесь не было. То есть рапторов здесь не было вообще. Соответственно, он мог здесь появиться не один. Где-то могут быть его друзья, родственнички. Нет, что-то я сейчас никого не вижу. Есть вариант сходить к горе, посмотреть, может быть, там кто-нибудь есть. Давайте создадим себе еще один болос и еще одно копье. Ну-ка, копье создавайся. Ах, ты даже два заказал. Ну ладно, нормально. Ничего страшного. Всю ночь рубил деревья, собирал ягоды. Получилось очень мало, на самом деле. Получилось всего 30 с небольшим наркобери. Соответственно, 6 наркотиков сделал. Но вот вкачал 14 уровень, получается, только что. Так. И осталось... Ну все, ребят, финишная прямая, финишная прямая. У нас как раз утро, 5 часов утра, еще довольно-таки прохладно, я так понимаю. Блин, есть хорошая возможность сейчас докачаться. Есть отличная возможность, пока утро, пока еще не жарко. Ну-ка, промазал. Ладно, только с одного собрал. Я уже начинаю потихонечку собирать нефть, потому что я знаю, в принципе, где должны быть респауны. Витя один вошел в игру, явно русский. Вот, я точно знаю, где находятся респауны серые. Ну, во всяком случае, на нашем серваке, где они находились. Будем надеяться, что на этом серваке они там же. Ну что? Что у нас здесь происходит сегодня? Давайте посмотрим. Здесь каждый день что-то меняется. И я только что видел, что кто-то то ли налево побежал, то ли полетел. Вот когда я сюда подходил, кто-то здесь был. Поэтому нужно быть сейчас аккуратным. Но, с другой стороны, мы за ним сюда и пришли, чтобы его поймать и убить. Пошли рискнем здоровьем. Пошли рискнем здоровьем. Еды мало, ну да ладно, ничего страшного. Сейчас уже не так холодно, чтобы еда быстро падала. Сейчас, скорее всего, скоро начнет вода падать от того, что я бегаю. А с едой все будет в порядке. Там никого. Там что у нас сегодня происходит? Может быть, киса как раз ночью вот отсюда пришла. Сложно очень сказать. Сейчас посмотрим. Хотелось бы, чтобы здесь какие-нибудь, я не знаю. Ну вот там я вижу аргента вдали. Я вижу аргента. Это может быть мне на руку, а может быть и нет. Здесь всегда у нас карны в большом количестве водились. Вижу грифа. Гриф — это совсем нехорошо. В принципе, можно было бы грифа приручить, но не здесь. Здесь я приручать, естественно, никого не буду. Еще один гриф. И что-то вообще никого. Ладно, смысла туда дальше нету. 45 уровня, это на X1 будет очень долго. Ладно. Блин, прям не везет мне, не везет, не везет, не везет. Ладно, пойду дальше. Пойду еще искать кого-нибудь. Слышал звук сейчас где-то рядом. Я сейчас рядом слышал звук. Где-то кто-то застрял? Где-то кто-то застрял. Отлично. Сейчас попытаемся ее там... Ах ты, черт, не зацепил. Есть, попал. И попытаемся сейчас отсюда забить. Тихо, 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 тихо. Не злись. 20 уровня, пытается меня ударить, но не получается. Все хорошо. Давай, 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 отъезжай. Сейчас забьем. Есть, отлично. Близубик 20 отъехал. Это можно выбросить, это можно выбросить. Все остальное заберем. Есть, мы голодны, зараза. Ну-ка, давай, давай, давай. Отлично. Сейчас перекушу. О, скорпиончик здесь народился. Отлично. Скорпиоха, иди сюда. Какого уровня, интересно? Ты какого уровня, а? 70-го. Шикарно. У меня довольно-таки сильный перегруз, поэтому...
поэтому просто отступаю чуть-чуть назад, я, наверное, буду... Достаточно, да, достаточно отходить, но его еще отбрасывает после каждого моего удара. Главное сейчас забить, главное не лохануться. Давай. Почти 15-й, ребят, почти 15-й уровень. Чуть-чуть осталось. Ножи, давай, умирай. Давай. Слушайте, у него злобная такая рожа. Я первый раз обратил внимание, что у него такая злобная рожа. Эти вот, блин, такие, я даже не знаю, усики или что это торчат. Глазки, зубки, там. Это все такое злобненькое. Куда ты пошел, эй? Черт, у меня выносливость сейчас закончится. Таким макаром. Если я буду за тобой так гоняться. Что за бред? Куда он бежит? Тихо, он опять развернулся. Он опять развернулся ко мне. Странно. Ну, обычно они быстрее у меня умирают, потому что у меня есть металлическая пика. Но в самом начале, естественно, у нас никакой металлической пики нету. Вокруг никого, все хорошо. И в нем ничего. Вот ведь зараза. Я надеялся, хоть что-нибудь будет. Ну ладно, хотя бы хитин добыли. Так, секундочку, нам нужно с вами где-нибудь поставить этот... этот фундамент. И... сломать его и сделать еще фундамент. Во, отлично. Чё, не поставился. Вот так. Опять не поставился. Что ж такое? Давай ставься. Есть. Ломаем. Делаем новый. И нам с вами остается всего ничего. Всего 30 очков опыта до 15 уровня. Теперь нам остается вообще там 21 очко опыта. Еще на один будет? Нет. Вот здесь дерево есть. Можно сейчас быстренько перекусить. Ягоды у меня были. Сейчас я быстренько съем. Все, остается 20 очков опыта. 20 очков, все, прям вот реально финишная прямая. Последний рывок. Так, есть, отлично. И 15 уровень у нас есть. Наконец-то ломаем. Бежим обратно домой. Фух. Супер, сейчас быстренько в доме аккуратненько посмотрим. Потому что здесь есть все-таки защита стен, какая-никакая, но защита. Мы с вами обязательно берем... еще здоровье, и пока что нам здоровья хватит. Теперь отключаем... Секунду. Здесь что-нибудь нам нужно важное? Ну, вот у нас появился кнут. Но для кнута нам нужна рогатка. Учим рогатку. Берем кнут. Можно было бы сделать лук и стрелы, выучить. Но нужно еще подумать, честно говоря. Что мне еще нужно? Да здесь вообще на самом деле огромное количество всяких хороших вещей появилось, но мне на самом деле... нужен саманный фундамент, саманная стена, саманный потолок, дверной проем и, естественно, саманная дверь. Все, вот теперь мы с вами сможем построить... А, ну да, бумеранг. Совсем забыл про бумеранг. Теперь мы с вами сможем построить... Седло для мрелотопса предлагают выучить. Выучить, не знаю. 12 очков энграмм. На лук что мне нужно было? Секунду, не так. Лук, кажется, стоил что-то там очень дороговато. Он стоил 11, 2 очка энграмма, каменная стрела, да? Да. Ну ладно, бумерангом пока что обойдусь. Давайте выучим седло для мрелотопса. Найду где-нибудь зажатого мрелотопса и вырублю его бумерангом. Но для начала, конечно, нам нужно с вами изготовить себе кнут. Давайте создадим. Есть, отлично, вот наш кнут. Теперь мы с вами убираем... Здесь у нас есть пустое место? Господи, а? Убираем сюда нефть. Убираем сюда все лишнее дерево. Штучек 7 с собой просто возьмем, чтобы можно было чинить его. Есть, и все. И теперь начинается нормальная раскачка. Теперь мы с вами берем хлыст и идем добывать вовсю ягоды. И теперь вовсю спокойно собираем наркобери, делаем наркотики. И с помощью наркотиков мы с вами приспокойненько прокачаемся. А в следующем выпуске мы с вами начнем делать саманную постройку. На этом будем этот выпуск завершать. У нас, в принципе, все идет по плану, все хорошо. Основная цель, напомню, если вдруг кто-то что-то там пропустил, у меня здесь приручить это... приручить виверну. Желательно, конечно, грозовую, а то и несколько виверн. Но самое главное, это первая виверна. После первой дело пойдет гораздо проще. После первой виверны приручать гораздо проще. И, естественно, каменного голема. А на этом все, друзья. Надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.